Какое наибольшее число полей на доске размером 8 на 8 можно закрасить в черный цвет, чтобы в любом уголке из трех полей было, по крайней мере, одно незакрашенное поле? Смотрите, мы пытаемся закрасить наибольшее количество клеток, чтобы не образовалось ни одного уголка. Ну вот сходу, сколько клеток очевидно, что можно закрасить? 32. 32. Каким способом? Чередуя. В шахматном порядке. В шахматном порядке. Порядок. Хорошо. А еще какой-нибудь способ? По линии вот так. Взять первую, третью, первую, третью, пятую, седьмую вертикали закрасить в черный цвет, да? То есть 32 клетки закрасить легко. А теперь вопрос. Если мы закрасили 33 клетки, почему обязательно образуется уголок? Юля, не надо рисовать, и так понятно. Почему обязательно, если вы закрасите 33 клеточки, обязательно возникнет уголок? Почему? Нет, то, что там может и больше одного уголка возникнуть, это я понимаю. Хотя вообще-то, если шахматную раскраску берешь, да, и к 32 черным клеткам добавляешь еще один белый угол и сделаешь его черным, то тогда возникает ровно один уголок. Ко всем черным клеткам шахматной доски добавляешь один белый угол. Тогда возникает ровно один уголок. Так что нет, неправда, что гарантируется больше, чем один уголок. Но в задаче требуется один. И как же? Смотрите. Да. Когда я рисую какой-то такой уголок, да, то я наибольшее количество черных клеток, которые могу в нем поставить, только две. Не понимаю. Про что ты говоришь? Задача. Уголок нет, а ты доску на уголки не разобьешь. Да. И кроме того, даже если бы ты сумел разбить, то уголков было бы там 21, да? Угу. Понимаешь, это не то. То есть, в принципе, можно разрезать шахматную доску на 21 уголок и еще одну клетку. Но толку-то от этого. Ребята, здесь работает другой, очень простой, очень красивый принцип. Какой? Когда вам дают задачу на размером 8 на 8. Можно решить размер 4 на 4. А еще лучше? 2 на 2. Конечно. Сначала решите 2 на 2. И в каждой такой табличке 2 на 2 можно только... Не квадратики, квадратики. Квадратики 2 на 2 можно поставить только 2 черные клетки. Максимум 2. Максимум 2. А значит? А значит, максимум на доске 8 на 8 можно поставить 32 черные клетки. Потому что доску можно просто разрезать. Да, на 8 максимум. Ну. На сколько квадратов 2 на 2 разрезается доска? На 16.